У популярных девушек тонна подруг и целая толпа фанатов. А у бедняжки Мэри целая тонна проблем. О нет, опять это Полли. Лично она со своими глупыми пранками. И все от нее без ума. Но даже у Полли есть соперницы. Вау, это же Лиана. Она мега, нет, гига популярная. А вот и она. И в реальности Лиана еще лучше. Само совершенство. Королева школьного бала. Школьный шкафчик сразу покажет, насколько ты популярна. Фу, что за липкость. Интересно, чьи это проделки? Но сейчас не до этого. Пора учиться. Упс. Полли тоже попала в липкую историю. К шкафчику не пробраться. А ведь нужно еще спрятать подарки от поклонников. Это так утомительно. Лиана тоже катастрофически опаздывает. Только папарацци сейчас не хватало. Интервью не будет. Гига-популярность – это такая ответственность. Математика может подождать. У Лианы прямой эфир. Друзья, сейчас я покажу, как мне удается быть такой красивой. Никакого мошенничества, только целая сумка элитной косметики. Лиана плохого не посоветует. Нужно брать с нее пример. И кажется, быть блогером – это несложно. О, нет. С такими губами нельзя в прямой эфир. Хорошо, что есть запасные. Пара селфи в новом образе. И можно собирать заслуженные лайки. Да, до гига популярности рукой подать. Вот бы и Мэри каплю популярности. Как они это делают? Все ясно. Нужно быть красивой. Без проблем. А теперь выставим правильный свет. Почему так ярко? Ну и ладно, можно без света. Увы, популярность к Мэри почему-то не торопится. Но один лайк она вполне заслужила. Полли знает толк в модной одежде. Она сама ее рекламирует. А вот Мэри в этом деле новичок. Тут все такое красивое и блестящее. Вот что я хочу. Ну да, конечно. Оно же тебе не по карману, девочка. Но Мэри должна примерить платье мечты. Теперь она королева красоты. Пора спуститься с небес на землю. Девочка, ты ценник видела? А платье придется забыть. Но хороший продавец никогда не бросит в беде. В корзине для неудачников можно найти жемчужину. Это платье выглядит вполне прилично. И главное, стоит недорого. У Лианы никаких проблем с нарядами. Она всегда в курсе главных трендов. Ох, макияж придется переделывать. И поклонники очень не вовремя. Как выкрутиться из ситуации? Но Лиана сама задает тренды. Был неаккуратный макияж? А стал хитом сезона. Лиана, спасибо за лайфхак. Ты наш кумир. О нет, эту моду не понять. Так, все вон отсюда. У популярной Полли новый стартап. Кто хочет фото с красоткой, не стесняйтесь, всего $100. Это лучшее предложение в школе. А что, неплохой бизнес. У гига популярной Лианы нет конкурентов. Подвинься, подруга. Работает профессионал. И у Лианы бизнес идет в гору. Фанаты заплатят любые деньги, только бы постоять рядом со звездой. Эй, а как же я? А у непопулярной Мэри другой подход. Она сама будет платить за селфи. Вот и первые клиенты. А что, так можно было? Ура! Стартап работает! Но клиентов так легко потерять. О нет, она потратила деньги на фото с Полли. Какая конкуренция? Жестокий бизнес. Отдыхать некогда. Рабочий день в самом разгаре. Надо срочно обслужить клиентку. Официант? Ох, это же популярная Полли. Только бы ее не узнали. И нельзя оставлять улик.
Ну и сервис здесь. Официант! Да это же сама Полли! Мисс, можно автограф? Ну уж нет. Я крайне недовольна. Позовите директора. Ну, раз вы так просите. А вот и директор. Кто бы мог подумать? Это Лиана. Даже тут она опередила Полли. Из-за чего шум, дорогуша? У нас новая официантка. Не справляется. Ох уж эти непопулярные. Салон красоты открыт для всех. Даже для непопулярных. Хочу быть похожей на нее. Прямо сейчас. Не проблема. Вот только нужны деньги. Много денег. Как скажете. Моя валюта – хорошие оценки. Раз так, тогда присаживайтесь. В этом салоне все просто. Для непопулярных девочек – непопулярный макияж. Но выглядит неплохо. Как раз в стиле Мэри. Спасибо. У Полли сегодня тоже день красоты. Все надоело. Мне нужно полное преображение. Для популярной клиентки самое лучшее. Выбирайте. Вау, сколько тут всего! Начнем, пожалуй, с этого. Серьезно? Никуда не годится. Мне нужно что-нибудь воздушное. Уже лучше, но еще не совершенство. Тогда примерим это. То, что нужно. Теперь я королева. За такой образ никаких денег не жалко. Но с VIP-клиентов не берут денег, разве что маленький автограф. Для фанатов все что угодно. Лиана тоже ходит в салоны красоты, но только с личным стилистом. Да что вы себе позволяете? Ух ты! Но так и быть. Закрою на это глаза. Счастливо оставаться! Итак, с чего начнем бьюти-магию? Мега-популярные клиентки – такие привереды. Только на перемене. У Мэри есть шанс увидеть его. Но Джек предпочел другую. Гига-популярную Лиану. Эй, красотка, как дела? Отстань, не видишь, я занята. Красота на первом месте. А может, с популярной Полли все получится? В сторону, парень, я тороплюсь. Популярные девчонки такие дерзкие. Зато счастье упало прямо в руки Мэри. Может, на свидание? Еще бы. Не день, а просто мечта. Чувствуй себя как дома, подруга. Но руками ничего не трогай. Слышала последние новости? Ура! Стартует конкурс на лучшего студента. И мы должны победить. Нельзя терять времени. Начинаем бьюти-подготовку. И для начала определимся с нарядами. Лиана, это платье создано для тебя. Ну, не знаю. Оно такое простое. Да ладно тебе, подруга. Только посмотри, как сидит. Ты станешь королевой. А теперь самое интересное. Макияж. Приступим? Полли, ты выглядишь великолепно. Как модель. Спасибо, подруга. А у меня небольшой подарочек для тебя. Только посмотри, какая прелесть. А теперь пройдись. На шпильках так неудобно. А тут еще и подножка от заклятой подруги. Ты в порядке, Лиана? Дорогая, надо же смотреть под ноги. Это уже слишком. Но у Лианы есть план мести. Как насчет красивой прически, Полли? С удовольствием, подруга. Все хорошо? Да-да, только не волнуйся. Не нужна тебе никакая прическа. Ты и так великолепна. Вот только платье еще не выбрали. А что, если я надену вот это? Ах так, мне прошлую коллекцию. А себе тренды? Ну уж нет. Отдай, это мое. Нет, мое. Платье уже не спасти. Вон из моего дома, Полли. Как скажешь, подруга. Момент истины настал. Популярная Полли готова к сражению. Но Лиана так просто не отдаст свою победу. Еще посмотрим, кто кого. И встречаем наших финалисток. Кто же станет лучшим студентом? А в своих мечтах Полли уже получает награду. Как же это приятно быть лучшей. Вот Лиана разозлится. О нет, кубок тебе не видать, даже не мечтай. Но пора вернуться в реальность. И приз лучшего студента достается непопулярной Мэри. Что? Разве такое возможно? В сторону, девочки!
Это мое. Получается, даже непопулярные ученики могут быть самыми лучшими. Спасибо всем, кто за меня переживал. Лиана, времена изменились. А значит, плывем по течению. Мы же лучшие подружки, правда? Вау! Теперь у Мэри и кубок, и пара лишних подружек. Вот оно, счастье. Мэри такая наивная.